Первый набор у нас идет с марта, с 13 по 17 марта у нас проходит обучение лица, которые желают стать кандидатами в приемные родители. Следующий у нас будет набор, это в апреле, и то есть ежемесячно мы будем осуществлять подготовку людей, которые желают взять на воспитание в свою семью детей. В обучении задействована команда профессионалов. Школа приемных родителей укомплектована кадровым составом в полном объеме. На помощь приемным семьям всегда могут прийти педагоги-психологи, специалист по социальной работе, юрист, медицинский работник и соцпедагог. Также в школе задействованы специалисты, которые имеют большой опыт в работе с замещающими семьями и подростками. Методическую поддержку Центру помощи детям оказывает благотворительный фонд «Солнечный город» из Новосибирска. Школа приемных родителей – такое практико-ориентированное мероприятие. Оно проходит в течение 5 дней, где родители со специалистами прямо на практике разбирают конкретные ситуации. Большую роль мы уделяем вообще как раз психологии неблагополучия. Мы изучаем немножечко возрастную психологию и все навыки, которые пригодятся им по работе с семьями. Вообще эта школа, она будет полезна не только принимающим родителям, не только замещающим, но и вообще всем родителям в целом, потому что мы здесь очень много говорим про детей и про родительские компетенции. В настоящее время благотворительный фонд «Солнечный город» готовится к реализации нового проекта «Дома лучше». Временно дети будут размещаться в ресурсных семьях для того, чтобы подростки не попадали в реабилитационные центры и детские дома, а могли пережить неблагополучное время в комфортных условиях. Татьяна Алямкина на протяжении 7 лет воспитывает приемных детей. Изначально она проходила обучающие курсы в Новосибирске. Сейчас Татьяна Анатольевна посещает занятия в школе, чтобы стать замещающим родителем. Обычную школу приемных родителей я уже как бы прошла, и проходим мы ежегодно, повышаем квалификацию. Я являюсь приемным родителем, воспитываю 3 племянников, сестра у меня умерла уже 7-й год. Здесь как бы на каждом занятии мы узнаем что-то новое, вспоминаем старое, пытаемся нормально воспитать своих детей, чтобы они стали достойными для общества, для нашего людьми. Помощь наших специалистов, она очень нам нужна и очень помогает, потому что ситуации разные. Конечно, каждая семья это принимает по-своему, но без помощи специалистов и без таких школ, я могу даже сказать больше, что мы никто. Мы не справимся, родители. Ну, это реально очень тяжело. Это и психически, и вообще это очень тяжелый труд. В настоящее время в школе проходят обучение 10 человек. Из них 8 – это действующие замещающие семьи, которые примут участие в проекте «Дома лучше». Именно они станут ресурсными семьями, в которые на время будут размещать детей из неблагополучных семей.